В детском доме на Калинке прошел конкурс среди социальных работников. В нем участвовали 5 специалистов из центров «Зазеркалье» и «Содействие». Конкурсанты должны были презентовать себя и свой проект, показать знания в социальной работе, уметь решать сложные задачи. По мнению участников, как таковой борьбы не было. Все давно общаются и поддерживают друг друга. Победителем конкурса стала Марина Балаховская, специалист из «Зазеркалья». Она примет участие в окружном этапе конкурса, который пройдет этим летом в Сургуте. Каждый этап по себе волнительный, потому что первый раз выходить на сцену визитка, представлять себя, тоже волнительно все. Но самое главное, во всяком случае для меня, это не упасть грязь лицом на теории и на законодательство. Я думаю, что мы все очень достойные участники, все очень хорошо подарили в законодательство. Просто самый главный эффект – это та же самая аттестация, только на сцене при большом количестве людей.